Всем привет! Сегодня мы посмотрим на сумку-холодильник от компании Endeavor под названием Voyage 5. Вот так вот выглядит ее коробка. А вот так вот выглядит сама сумка. Как мы видим, сумка довольно компактная, но все же она может переносить в себе 14 литров нужной вам еды, или воды, или прочих субстанций, например, мороженое. Начнем с того, от чего она же питается. Эта сумка питается от прикуривателя в автомобиле. Вот такая вот у него штекер, который вставляется в прикуриватель. Следовательно, она начинает работать. А сумка внутри обработана теплоизоляцией, с помощью которой она сохраняет замечательно как тепло, так и холод. Охлаждает эта сумка на температуру до минус 14, минус 11 градусов от температуры внешней среды. И это оптимальная температура для ее работы, примерно 25 градусов. В целом эта сумка, она выглядит очень стильно. У нее вот такая вот закрывающаяся на молнию верхняя крышка. При ее закрытии сумка обретает более квадратный вид, и мы можем посмотреть на нее в ее полный рост. А также спереди у нее есть вот такой вот небольшой кармашек. Вот так вот он открывается и закрывается. Внутри тоже что-то можно положить, скорее всего небольшое, но там также присутствует нужная вам термоизоляция. Также эта сумка выглядит довольно неплохо и стильно, и в целом будет хорошо смотреться в любой машине. Шнур для прикуривателя довольно большой в этой сумке. Он может продлеваться от начала машины до самого багажника или любого места в любой машине, так как он достаточно длинный. В целом я считаю, что данная термосумка — это отличный вариант для путешественников, которые возят с собой какие-то скоропортящие продукты, которые нужно сохранять в холоде.